Завтра в Чебоксары приезжает делегация итальянских бизнесменов. В Доме правительства пройдет очередной раунд переговоров. С Италией у Чувашии давние связи. В эту страну мы поставляем химическую продукцию и измерительную аппаратуру. Сапинин к нам привозит продукцию пищевой промышленности, кабельное и электрооборудование, сырье для химического производства. В настоящее время внешнеторговыми партнерами Чувашской республики являются более 80 стран мира. В 2015 году на Петербургском международном экономическом форуме президент страны Владимир Путин назвал Чувашию в числе лучших регионов для ведения бизнеса. Республика заняла 9-е место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Неудивительно, что итальянцы видят в нас надежных партнеров. Это, кстати, уже не первая деловая миссия. Встречи и переговоры с итальянскими бизнесменами проходили и осенью.